Завтра в Доме культуры ДИИЦ состоится бал «Сказка. Принцесса и свинопас». Прийти на бал и потанцевать сможет любой желающий. Для этого всего лишь необходимо соблюсти дресс-код. Девушкам рекомендуется надеть платье с кринолином или пышными юбками, но достаточно будет и длинного вечернего платья. Парни должны быть в костюме. Цель бала – сохранение и популяризация танцевальной культуры прошлых веков. Этой осенью подобное мероприятие станет уже пятым. В программе вечера много танцев и игр, как танцевальных, так и настольных. Также будут проведены различные мастер-классы и конкурсы.